жизнь – это покупка китайских товаров, это еда, это одежда, это какие-то машины, большие или малые, там, драгоценности и так далее, и престиж какой-то. И думаю всегда, а что же останется после меня? Это одежда, это какие-то машины, большие или малые, там, драгоценности и так далее, и престиж какой-то. И думаю всегда, а что же останется после меня? Одежда, это какие-то машины, большие или малые, там, драгоценности и так далее, и престиж, драгоценности и так далее. А жизнь определяется тем, что останется после нас. В старом королевстве этом такая беда, негде яблоку упасть в ад берега. Путали мы малости, времяна пронеслась. Бирма, Мьянма, нижний уровень, тринаги на века. Отдыхают в бокалах, ситро, Бакарди, карнавал. Жаби, квакши, бои жалкие в самых больших фонтанах. Сахары с экранов политика. Я так хочу быть бесталанным хиканом, что пасется ночами у холодильника. Но встать надо, делать что-то, хлебу да пшенки нам, как в стенку горохом, как полбу облицованной жизнью подбуханной, потной наката фея. Подумал, Каппадокия заплотный раздув, ты понял, гомункул, гепарды знают толковый, вечно зеленый шардоны, питомцы варлоков стонут из полуржавых вагонов. Воронки, нити в покое, оставьте школу для раковых матерей и картавых спасителей. Нам не хватает новых десподов, танов, господ, убийцы, тиранов. Не поджигайте бараки, закройте уши, текайте Содом, Гоморры, Арбат. Снова тропами этот мир, Эни, Кайни. Снова тропами, 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 тропами. Станьте тикани, вы ледяные создания. Убейте всех просветленных троллиной кровью погряной. Умоя наших детей постигают, пусть они суть мироздания сами решат эту требус. Я в нижнем мире, прощай, Акерус. Я буду все это видеть, я буду все это помнить. Пусть мне осталось недолго. Прощай, Димон, вон за мной едет эта черная Волга. Сегодня нас может уже не стать. Останется после меня.